В отборочной игре Кристофер Эбахон удивил всех своими знаниями об особенностях современной жизни в разных странах. А еще он знает всех мировых лидеров, хотя имена некоторых не то что запомнить, выговорить невозможно. Юный политолог Кристофер Эбахон! Во время блица мне нужно было молниеносно соображать, но при этом за одну минуту я мог показать всю широту своих знаний. В этой стране находится самая высокая статуя всадника на коне. Монголия Цахигин Элбэгдорш. Верно! Сложнее, чем Цахигин Элбэгдорш, вы ничего не найдете. Или Жартулыгын Эрденебат, премьер-министр. 9 правильных ответов на очень-очень сложные вопросы. Фантастика. Запомнить, как зовут лидера страны, для меня всегда было игрой. Я так тренировал память. Знаешь, обычно это долго делают, чтобы были фотографии. Наверное, хватит. Да-да-да. В теплой, дружественной обстановке мы с тобой находимся. Так обычно пишут. Вчера повстречались один с другим в теплой, дружественной обстановке. Ты же помнишь, да? Это писали еще со времен Советского Союза. У всех политиков, у всех, ты же знаешь, да, есть хобби. Угу. Борис Николаевич Ельцин любил играть в теннис, да? Владимир Владимирович – дзюдо, лыжи и так далее. Чем ты будешь заниматься в свободное от работы время? Писать стихи. Читать стихи? Писать стихи! Прекрасно. Наброски есть какие-то? Не наброски, а целые стихи. Целые стихи? Ты нам можешь прочитать что-нибудь? Нет. Почему? Я их не учу. А, то есть ты просто записываешь, пусть другие учат. Я на заказ пишу. На заказ? Ты пишешь стихи на заказ? Слушай. Бесплатно. Нет. И вам напишу. С удовольствием. Знаешь, у меня проблема с этим, потому что у меня вот музыки много, а стихов нет. Давай песни напишем вместе. Ты потом станешь президентом, я буду говорить, это мой соавтор. А? Давай? Давай. Договорились, все. Как ты думаешь, следующее задание будет тебе по силу? Да. Ты готов с ним справиться? Да. Итак, мы начинаем испытание для Кристофера Эбахона. Кристофер, сейчас на экране будут возникать знаменитые фразы разных политических деятелей на английском языке. Твоя задача – перевести эту фразу на русский язык, вспомнить, кто ее автор, где, когда и при каких обстоятельствах эта фраза была сказана. Задание понятно? Да. Я, конечно, переживал, что мне могут попасться цитаты, которые я не знаю. Начинаем испытание для Кристофера Эбахона. Давай, Крис. Удачи. Пожалуйста, процитируй. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Фраза переводится как «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны». Фраза произнесена Джоном Фицджеральдом Кеннеди во время его второй инаугурации в Вашингтоне в 1961 году. Этой фразой он подчеркивал свою амбициозность и подтверждал то, что он выполнит множество своих обещаний. Хорошо. Итак, мы проверяем, правильно ли это ответ. Действительно, Джон Кеннеди, Вашингтон, 1961 год. Молодец. Блестяще. Следующее задание. Внимание на экран. We can do business together. Фраза по-русски звучит как «С этим человеком можно иметь дело». Ее произнесла железная леди Маргарет Тэтчер на встрече с Михаилом Горбачевым неподалеку от Лондона. И это произошло когда? Ну, 80... Восемьдесят шестой год. Итак, внимание на экран. Правильный ответ. Мы
Маргарет Тэтчер действительно так сказала в 1984 году. Я ошибся с годом из-за волнения, у меня даты смешались. Будем считать, что это правильный ответ, небольшая погрешность с точки зрения возраста нашей планеты. И у нас есть следующее задание. Внимание на экран. We have nothing to fear, but fear itself. Нам нечего бояться, кроме самого страха. Фраза произнесена Франклином Рузвельтом во время одной из своих инаугураций в 1933 году. Впоследствии Великой Американской депрессии. А где он это произнес? Он это произнес в Вашингтоне. Проверяем, правильно ли это ответ. Внимание на экран. Франклин Рузвельт, молодец. Вашингтон, 1933 год. Абсолютно верно! Это было последнее задание для Кристофера. И он великолепно с ним справился. Василий Андреевич Ключарев. Отличное выполнено задание. Сложное, на английском языке. Требует хорошую память. Заслуженно присуждаю тебе подсказку. Ты большой молодец. Спасибо. Пожалуйста. Кристофер Эбахон получает подсказку для своей команды.